Добрый день! Сегодня мы расскажем о наших ласточках. Они каждый год к нам прилетают, выводят свое потомство и улетают. Вот самое интересное, кто-то поет, а второй с этой пары строит. Вот такое разделение труда. Больше всего, что она строит гнездо, а он поет, помогает песней. Вот такие у нас строители. Вот такие у нас соседи появляются. И все это построено с грязи, то есть вода плюс земля. И кусочки травы. На этом месте в прошлом году было гнездо, но осенью, когда были дожди или влажно сильно было, оно отвалилось. Сейчас они строят новое. Вот такое гнездышко уютное. Место очень хорошее, потому что кошка туда не может добраться. Я думаю, за неделю они его построят. А может и быстрее. Строительство очень быстро закончили и уже... Ай-яй-яй, все. Не будем, все. Буквально за неделю построили гнездо. И вот уже есть жительница. Уже высиживает яйца. Так что скоро ждем птенцов. Прошло некоторое время, и у нас уже есть жители. Количество соседей увеличилось. Вот такие красавцы. Это им не нравится, то, что мы их снимаем. Но мы их не трогаем. Вот так вот. Так что в нашей молодой паре появились птенцы. Прошло буквально все очень быстро. Построились, завели детей, сейчас их очень усиленно кормят. Еще маленькие. Но кушают много. Папа и мама постоянно что-то носят. Так получилось, что было работы много, и про ласточек мы забыли. Они подросли и улетели, ни одной ласточки не осталось. Прошел год, и прилетели новые ласточки, подняли где-то на
сантиметр чуть выше гнездо сделали. И теперь опять уже мамка сидит на яйцах. В этом году они более спокойные, или те постарели, предыдущая пара, или это новая пара. Но на нас не нападают. Можно ходить рядом спокойно. Не шумят. Вот такие вот ласточки. И очень красиво поют. Удачи вам и благополучия.